Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект галогеновых ламп от компании Philips на цоколе H4 серии Color Vision. В данном случае у нас идут лампы с синим оттенком будут. Поставляются в фирменной коробке. Артикул данного комплекта 12342CVPBS2. Вот такое вот длинное название. Мощность у них 55-60 Вт и питание 12 Вольт. Давайте посмотрим, что у нас внутри находится. Упаковано очень хорошо и качественно. За упаковку можно не переживать. Также брошюрка есть с модельным рядом именно Color Vision, какие цвета бывают. Ну и упаковка пластиковая для того, чтобы лампы не повредились при транспортировке. В принципе, они довольно-таки хорошо закреплены. Переживать за то, что они как-то повредятся, вообще не стоит. Так, в принципе, лампы по виду абсолютно обычные, стандартные. Единственное, что окрас их отличает от обычных ламп. Ну и мощность у них на 60% больше, чем у стандартной лампы. Срок службы около 400-500 часов. Данные лампы, именно вот эти вот, собираются в Польше, как мы видим, название есть страны. Так, ну и давайте мы сейчас подключим и визуально посмотрим, насколько они хороши. Так, вот такое вот свечение выдает лампа. Как мы видим, синий оттенок, ну, не знаю, как на видео видно или нет, но синий оттенок именно в тени уже преобладает. Так, ну сразу могу сказать, что по сравнению со стандартной лампой, сразу даже невооруженным глазом видно, что лампа ярче на порядок. Световой поток ближе к белому, наверное, идет. Вот так. Ближний, дальний свет, все отлично подсвечивает лампу. Вот на этом у нас в данном случае больше видно, как светит синий оттенок. Более подробные характеристики и стоимость комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.